школьный проект «Международная красная книга». Проект по окружающему миру для 4 класса. Международный союз охраны природы объединил и возглавил в 1984 году работу по охране живой природы государственных, научных и общественных организаций большинства стран мира. В числе первых его решений в 1949 году было создание постоянной комиссии по выживанию видов, или, как принято называть на русском языке, комиссию по редким видам. Большая часть последующей работы МСОП была посвящена защите видов и местообитаний, необходимых для их выживания. В 1964 году МСОП учредил красный список уважаемых видов. С тех пор он превратился в самый полный в мире источник данных о риске исчезновения видов. В 1980 году МСОП в партнерстве с программой ООН по окружающей среде и Всемирным фондом дикой природы опубликовал Всемирную стратегию охраны дикой природы. Издание «Красной книги МСОП». Первое издание «Красной книги» вышло в свет в 1963 году. Это было пилотное издание с небольшим тиражом. В два его тома вошли сведения о 211 видах и подвидах млекопитающих и 312 видах и подвидах птиц. «Красная книга» рассылалась по списку видным государственным деятелям и ученым. По мере накопления новой информации, как и планировалось, адресатам высылались дополнительные листы для замены устаревших. Постепенно «Красная книга» совершенствовалась и пополнялась. Работа над «Красной книгой» продолжается. Это документ перманентного действия, поскольку условия обитания животных постоянно меняются, и все новые и новые виды могут оказаться в катастрофическом положении. Вместе с тем усилия, предпринимаемые человеком, дают хорошие плоды, о чем свидетельствуют ее зеленые листы в категории списка. И с правой стороны можно увидеть категории списка красной книги. Категория из списка красной книги – исчезнувший, вымерший вид. Это охранный статус, присваиваемый организму или группе организмов, не встречающихся в дикой природе с момента последнего официально зарегистрированного наблюдения, так и не сохранившихся в неволе. Дронт стал символом уничтожения видов в результате неосторожного или варварского вторжения извне в сложившуюся экосистему. Дронты полностью вымерли с появлением на Маскаренских островах европейцев, сначала португальцев, а потом голландцев. Охота на дронта стала источником пополнения корабельных запасов. На острова были завезены крысы, свиньи, кошки и собаки, которые поедали яйца беспомощной птицы. Для охоты на дронта к нему нужно было просто подойти и ударить палкой по голове. Не имевшие ранее естественных врагов птицы были слишком доверчивы. Охранный статус «исчезнувшие в дикой природе» присваивается биологическим видам, представители которых сохранились только в неволе. Один из них – это сахарский орикс, или саблерогий орикс, или саблерогая антилопа. Сахарские ориксы населяли степи и пустыни Северной Африки. Они питались листьями, травой, молодыми побегами различных растений и плодами. Стада сахарских ориксов насчитывали до 70 особей. Численность этих животных снижалась из-за охоты и потери привычных мест обитания. На ориксов охотились ради шкур, мяса и рогов. Ранее они населяли всю пустыню Сахару. Последнего дикого сахарского орикса видели в последних годах 20 века. Теперь сахарский орикс в дикой природе истреблен. Их можно увидеть только в зоопарках.
Охранный статус, находящийся на грани полного исчезновения, присваивается биологическим видам, имеющим чрезвычайно высокий риск исчезновения в дикой природе. Один из них – калимантанский орангутан. Крупная человекообразная обезьяна, рост самцов достигает 1,5 метра, масса до 90 кг. Самки немножко поменьше, ростом и весе 30-50 кг. Орангутаны исчезают из-за сокращения места обитания. Кроме вырубки лесов, опасность предоставляют браконьеры, часто убивающие взрослых особей и забирающие детенышей, которые хорошо продаются на черном рынке. Также спросом пользуются и мертвые животные для изготовления чучел. В данный момент охранный статус калимантанского орангутана на грани исчезновения в дикой природе. Вымирающие виды. Это биологические виды, которые подвержены угрозе вымирания из-за своей критически малой численности либо воздействия определенных факторов окружающей среды. Черный носорог, как и все другие носороги, стал жертвой нелепого, ни на чем не основанного суеверия о чудодейственной силе рога. Хотя рог африканских носорогов на черном рынке стоит дешевле, чем рог азиатских видов, цена на него все равно так велика, что борьба с незаконным отстрелом исключительно трудна. В 70-е годы много черных носорогов было добыто ради моды на кинжалы с рукоятками из рога, считавшиеся обязательным атрибутом богатого араба. В наши дни носорожий рог находит постоянный спрос на китайской медицине. Разумеется, торговля осуществляется нелегально. Черные носороги – замечательный объект для наблюдения в национальных парках, привлекающий внимание многочисленных туристов. Охранный статус «Уязвимые виды» присваивается биологическим видам, которые находятся под риском стать вымирающими. Они нуждаются в мониторинге численности и темпа размножения, а также в мерах, способствующих сохранению их среды обитания. Белый медведь – самый крупный представитель семейства медвежьих. Его длина достигает 3 метров, а масса – до 1 тонны. Жители Арктики добывают белого медведя ради шкуры и мяса. В России охота на него полностью запрещена с 1956 года. В других странах – США, Канада и Гренландия – охота на белого медведя ограничена. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легко уязвимым. Охранный статус зависимый от усилий по сохранению. Черный кайман является одной из крупнейших современных рептилий. Крупная кожа черных кайманов, хорошо поддающаяся обработке, всегда ценилась среди браконьеров. Именно из-за неконтролируемого промысла 40-х-50-х годов он практически полностью исчез на территории бассейна Амазонки. Ухудшению ситуации способствует интенсивная вырубка леса и осушение болот. Начиная с 1990 года в Боливии начала работать программа по разведению черных кайманов в искусственных условиях с последующим выпуском взрослых рептилий в воду, где они будут размножаться. Вид широко распространен по всему ареалу, а в последнее время благодаря эффективным охранным мерам благополучно восстанавливает свою численность. Виды, близкие к уязвимому положению. Этот статус предоставляется видам, которые могут рассматриваться как находящиеся под опасностью исчезновения в ближайшем будущем, хотя в настоящее время они не претендуют на статус уязвимых. Один из них, например, каштановоспиный дрозд, который встречается на островах Индонезии, имеет статус вида близкого к уязвимому положению. Дрозд до последнего времени массово вылавливался и продавался за свой красивый вокал. Вероятно, это стало одним из основных факторов сокращения его популяции. На острове Сумбава существует поселок,
все жители которого занимаются исключительно отловом певчих птиц. Виды, вызывающие наименьшие опасения. Охранный статус, который Международный союз охраны природы присваивает биологическим видам, не входящим в какую-либо иную категорию. К ним относятся наиболее распространенные и процветающие виды, такие как медоносная пчела, серая крыса и сизый волк. К примеру, близкое соседство голубей и человека имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. В определенной степени они оживляют городской пейзаж. Но в аэропортах голуби, как и другие птицы, могут создавать помехи самолетам и поботать в двигателе. Виды, для оценки угрозы которых недостаточно данных, не являются категорией угрозы исчезновения, но Международный союз охраны природы рекомендует исследовать эти виды, которые относятся данный статус, поскольку они могут быть под угрозой исчезновения. К примеру, ночная лягушка-древолаз, обитающая в непроходимых лесах Перу. Размеры популяции неизвестны. Угрозой могут являться освоение земель и лесозаготовки. Виды, угроза для которых не оценивалась. К 2015 году Международный союз охраны природы провел оценки и присвоил статус охраны более чем 76 тысяч видам во всем мире. Из них классифицированы около 24 тысяч видов, как на грани исчезновения. Однако, несмотря на значительные различия в оценках количества видов, существующих на Земле, в пределах от 3 до 30 миллионов, фактически категория не оценена и является самой большой из всех 9 категорий риска. Медуза волосистая циания. Эти медузы являются жителями морей, океанов, редко приближаясь к берегам, плавая по волне течений и ленивого движения щупалец на глубинах не более 20 метров. Большую часть времени цианеи парят при поверхностном слое воды, периодически сокращая купол и делая взмахи краевыми лопастями. Щупальца медуз при этом расправлены и вытянуты на полную длину, образуя под куполом густую ловчую сеть. Цианеи – хищники. Длинные многочисленные щупальца густо усажены стрекательными клетками. При их выстреливании в тело жертвы проникает сильный яд, убивающий мелких животных и наносящий значительные повреждения более крупным. Добыча цианей – различные планктонные организмы, в том числе другие медузы. Заключение. Красная книга – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения – или исчезнувших животных, растений и грибов. Международная Красная книга издается Международным союзом охраны природы и является основным документом, в котором обобщены материалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, на основании которых проводится разработка научных и практических мер, направленных на охрану, воспроизводство и рациональное использование. В состав МСОП входят более 1400 правительственных и неправительственных организаций. В работе комиссии МСОП на добровольной основе участвуют около 16 тысяч ученых и экспертов. В нем работает около 1000 штатных сотрудников в более чем в 50 странах. Штаб-квартира МСОП находится в городе Гланде, Швейцария. Вывод. МСОП систематизирует не только редкие виды животных, а вообще все живые организмы, существующие на нашей планете. Редкие и уязвимые виды вносит в Красную книгу и рекомендует правозащитным и экологическим организациям редкие виды к охране и защите. Источники. Сайт МСОП и Википедия.